тут 45-ки, видимо, в ящичке аккуратненькие тоже лежат. Гадость. Да, вот. Ой, осколочный тоже. Неприятности такие. Неприятные неприятности. Да, ящик, видимо, с 45-ками лежит. Да, может. В случае обнаружения взрывоопасных предметов сообщайте в МЧС. Помните, что вас ждет дома ваша семья. Вот уже в количестве этих опасных предметов. И ниже еще идет, аккуратненько раскапываемся. Уже сообщили в МЧС о найденных боеприпасах. Уже нормальное количество металлолома. Сигнал. У нас тут настрел идет винтовочный. Угу. Несколько штук уже. И каска пошла. Сейчас определим, чья. Немецкая. Да? Да, немецкая каска ниже идет. Смотрим. Может, даже и есть и останки. Ух ты. Еще настрел, да, Вась? А может, сейчас, значит, если другой, придется искать, где тот сигнал был. Продолжать. Тоже же надо где-то искать. Может, траншея с леса выходит сразу на поле, а тут может ее где-то если поймать, где-то что-то может и будет. Может, это вот юшная каска. Настрела много, ты видишь, в принципе. Есть, да, ленты, фрагменты? Может быть. Видите, когда, как на винтовку. Винтовочный. Опять 42-я. Чеснова. Да. Понятно. Надо на наличие костей проверить. Вон и ленты, фрагменты идут. Ну да. Может, так настроен был пулемет. Слабый удар уже, боек. Затянут хорошо был. Там головы не было. Не выковырить ее. Не надо ее только туда сходить. Аккуратно. Есть? Вроде нет никого. Нема головы. Поднимаю. Ну вытаскиваю, конечно, если головы нет. Ну да. Ну да, три сигарочка. Битая. Да, осколок лопнуло. Перелетел. Перелетел.
Ну да, и закрыто он. Внутри глянь, зеленая все даже. Сохран внутри. Ну да, треснутая. Удар изнутри был. По голове. Угу. Расширяем раскоп. Кости идут не в анатомии, вон локтевая, там с той стороны бедро. И вот оно, по всему кругу раскиданы останки. Сейчас посмотрим, что куда идет. Ну, уже такую выкопали траншейку небольшую. Видите, все видно. Ого, земелька. Ну да, лапти. Бедро видно, да, нормально. У нас здесь по факту останки идут. Оказался немецкий солдат с жетоном, даже с алюминиевым, да? А ну, по три. Что там написано? Да хоть стой. Да стой, водичка вроде. Может, да какая водичка? Внутри все пошло. Да не, нормально все. Да, ну-ка. Где, пока, не надо пока. Ух ты, какой видно все. Угу. Сохран, не то что. ПЗ? А, не. Ну да, ПЗ или что? А, этот Ягер, Панцер-Ягер. Это гренадеры. Ой, точнее, не гренадеры, Панцер-Ягер. Это истребитель танков. АБВ, дивизион, блин, рота. G пехотной. Пехотной роты. 142 это... Это личный номер. 142. А что говорит по 43? Инфантерия. По 42-му году. Не, это ранее, это где-то 41-й, наверное, год еще, или 42-й. 42-го. Сюда его пока. Ну, это уже явно немец. То с него каска и была. А это, скорее всего, красноармеец лежит с этой стороны. А пока тоже ничего. Ну, что, вот, галифе советского. Нашли вот такую вот застежку. Получается, крючок с галифе. И... Ну, сейчас посмотрим, в принципе. Итак, ребят, закончили работу. И у нас получилось здесь два солдата. Под предположением, у нас получается, возможно, один боец рабоче-крестьянской Красной Армии. Красноармеец вот лежит. И следующий боец немецкой армии, вермахта. Потому что имеется жетон, также каска, пуговицы. В принципе, все немецкие запчасти, экипировки и снаряжение имеются при останках. Это говорит о том, что это, возможно, немецкий солдат, но голова отсутствует, нижняя челюсть, только фрагмент имеется. Также каска, ленты пулеметные, отстрелянные гильзы с МГ и винтовки. И красноармеец, возможно, без левой руки. Сейчас мы обойдем по кругу, а потом вам покажем данную локацию уже изнутри, и плюс еще с квадрокоптера вы сможете посмотреть реальности войны. Вот сверху вид. Все, направляемся вниз, видим отстрелянные гильзы, целые патроны. Вот это немецкий солдат. Самое первое, что об этом говорит, это так называемый смертный медальон. Лично опознавательный знак. Вот такой жетон в районе руки лежал. Далее пуговицы идут со штанов, чтобы
крепить подтяжки. Потом под бойцом имеется подсумок к винтовке Маузер К98. Далее вот такая вот резиновая прокладка какая-то. Возможно, для техники что-то. Далее кительные пуговицы с бородками. Вот они, с такими вот металлическими закруточками, заворотки, чтобы не пришивать, в принципе, пуговицу, а просто ее вставив в отверстие, продевать вот этим крючком, и все. И, в принципе, пуговица держится, не отпадает. Далее при бойце имеется также ключик. Мы нашли вот такой вот ключик у него был. Возможно, с сундучка какого-то, либо с чемоданчика. Пыльник к пулемету МГ-34-42. Вот такой вот прорезиненный пыльничек. Часто попадаются. И пулеметная лента под ногами находится. Вот. Итак, у него получается правая конечность отсутствует. Левая нога имеется, но без обуви. Вот он лежит, перекрученный полностью. Руки оторванные. Видимо, было попадание. И каска. Немецкая М35. Вот такой вот металлолом, агрегат. В принципе, вы уже ее видели. Вот имеется одна трещина. Лопнула. И удар изнутри произошел вот в эту область. Мы можем видеть вот вмятина, вот я пальцем показываю. Подшлемник алюминиевый, остатки краски. Где-то 66 размер, клепанный. Это говорит о том, что это М35. Далее позвоночники находились неподалеку. Головы, к сожалению, не нашли. И вот красноармеец, также он не полностью в анатомии, фрагмент остался. У него рука одна полностью отсутствует. Потом левая нема конечности верхней руки. Нижняя рука имеется, вот она идет. Точнее, правая рука на месте. Под ним имеется также, это уже скорее всего с немецкого солдата, часть руки. И вот боец рабоче-крестьянской Красной Армии. Отсутствует левое плечо. Также огромное количество отстрела пулеметного рядом. Фух, черепная коробка пробита с левой стороны затылочной части. Можем наблюдать также повреждение тазовых костей. Вот фрагменты отбитые, мы можем видеть, что было попадание. Получается, и таз поврежден, и черепная коробка. Далее у бойца в кармане имеется зажигалка. Вот такая вот. И табакерка. Можем увидеть, что в данном коробочке имеется табак. Будем его зачищать аккуратненько. Может, будут инициалы. Имеется также ложка. Остатки ложки. Потом переноска к пулемету для магазинов МГ-34-42, так называемые в народе кексы. Вот он, такой вот кекс снаряженный. И переноска данному предмету. Ноги у бойца, плюсневые кости и тараны, и все остальные кости лодыжек отсутствуют. Частично как бы имеются только малые и большие берцовые кости. На левой ноге даже отсутствует малая берцовая кость. А так, в принципе, кости стопы полностью отсутствуют. По нашим предположениям, данный окоп был засыпан. Они лежали долгое время на поверхности. И вследствие засыпки ноги были подняты кверху. И в момент засыпания вывернуло сами ботинки, и ботинки остались, скорее всего, на поверхности. То же самое произошло с немецким солдатом, который, по всей видимости, был немножечко поднят наверх. И когда засыпали, видно, засыпание ямы шло с этой стороны. Засыпая яму, тело немножко развернуло, и частично кости уже были в тряпках, по всей видимости. Уже гнилостные процессы прошли,
И костные останки, в принципе, уже частично начали отделяться одна от другой, поэтому частично они не в анатомии. Вот, в принципе, вот это у нас два бойца лежит. Один красноармеец. Вот он. Другой боец немецкой армии. Два солдата. Вот так вот смерть уравняла всех и каждого. Вот так вот лежали в окопах. И на тот момент, представляете себе, какой ужас этот был. Поэтому мы можем вам показать реальности войны. Я думаю, вы сами поймете, что такое война. И нам не придется вам постоянно объяснять о том, что война — это нехорошо и тому подобное. Поэтому это судьбы двух людей. Красноармейца и солдата германской армии. Истребителя танков и пехотинца РКК. Хотелось бы заметить, что у бойца вермахта имеется также зажигалка. Кстати, что самое интересное, она аутентична той зажигалке, которая находится у советского бойца. Очень интересно, в принципе, такой вариант, что, возможно, трофеи были, поэтому советские солдаты часто приобретали себе трофеи, потому что в основном были так называемые кресала, зажигалок, спичек как бы не хватало, потому что, сами представляете себе, что такое армия, дожди, снег и все остальное. Любой огонек всегда может согреть и приготовить пищу с помощью огня. Вот они, солдаты, лежат, покажем вам с этой стороны. Вот так. Сейчас будем запускать квадрокоптер в небо и покажем вам этих солдат сверху. Обращаемся к вам, уважаемые подписчики, в связи с тем, что наш прибор, с помощью которого мы искали погибших воинов, был безвозвратно поврежден и не подлежит ремонту. Обращаемся к вам за помощью в сборе благотворительных средств на металлодетектор Гаррет-2500. Помните, что именно от вашей помощи зависит возможность поискового отряда продолжать поисковые действия по поиску погибших и без вести пропавших, а также шанс воинам быть найденными, опознанными и достойно захороненными. Помните, что война забирает у людей самое последнее – жизнь и возможность. Берегите себя, здоровья вам и мира. Итак, у нас имеется боец, совет, это получается красноармеец, имеет из личных вещей: первое — это ложку, второе — зажигалку, скорее всего трофейную, далее у него имеется табакерочка с табаком, пуговица и фрагменты ткани с детонатором. Отсутствует части нижних конечностей, это кости стоп, плюсневые кости. Далее повреждение таза имеется, вот серьезное попадание было, и повреждение грудной клетки. Также повреждение черепной коробки можем видеть. Удар с левой стороны в черепную коробку. Вот так, в принципе, попадание. Отсутствует правая рука, плечевая кость. И также отсутствует правая локтевая кость. Вот, все. Сейчас мы его упаковываем в спецпакет и выкладываем следующего солдата. Thank you.
Уважаемые подписчики, по многочисленным вашим просьбам для активной помощи поисковому отряду благотворительными средствами был создан видеоряд пошаговой инструкции на донат. Для приобретения спецсредств и спецоборудования для поиска помните, что от вашей помощи зависит многочисленная возможность поисковых отрядов продолжать свою деятельность по поиску погибших и бездне пропавших воинов периода Второй мировой войны. Итак, выкладываем следующие, это останки немецкого солдата. Немецкий военнослужащий. Бедро битое получается правое. Уважаемые друзья, в случае обнаружения останков воинов просим вас сообщать в наш отряд и принять участие в поднятии воина из горнила войны. Да. А что это? Таз. Таз. Это подвздошная кость. Тоже отбита, он ломаная, видишь, все у него. Это повреждения есть. Да. Подавай, да, челюсть, руку. Позвоночник, то, что находится совершенно отдельно. Руку, да, подавай ему. Это уже, да, что это вторая рука уже. Да, да, это его, его, его. Спасибо подписчикам за помощь в приобретении спецсредств для поиска. Очень нам помогает. Благодарим, ребята, вас за активность. Потому что по факту, благодаря вам, нам удается делать эти хорошие ролики, снимать на лучшем качестве. Да, его, конечно, перекрутило, когда засыпали очень сильно. Перекручены кости. Возможно, череп был практически на поверхности, его могло распахать. Конечно, челюсть же была там в первом слое, прям под лопатой. Поэтому голова могла быть выпахана. Лопатка. Планка, да? Не планка. Thank you.
Да, подробило, конечно, сильно останки, да, Василий? Попрели, да? Да. Растворились даже нижнее белье. Аккуратно под сумочек поддевай сразу, чтобы он. А я думал, сверх. Ой-ой-ой, я там прям целиком снимается. Ты посмотрим кусок. Ёлки-моталки. Сейчас мы там разберем. Страшны. Разберем. Да. Уже грудная спайка уже. Ну да, уже за 25 спаялась уже. Да. Подсумок. Зажигалочка. Ух, какая. Я думал, она такая, как и та будет. А вся такая длинная, видишь, чуть-чуть другого образца. И там вся каких-то непонятных, наверное, надписях. А нет, узор. Полосы, полосы обычные. Узор, узор, не, узор. Видишь, такой полосатый. Зажигалка. Под сумочек. Давай, покажи его. Угу. Полный, да? Да, ну перевал. Снаряженный. Аккуратненько, да. Развалится. О. Это немецкий подсумок на винтовку К-98. Вот такой вот образец. Они, в принципе, с Первой мировой войны практически не изменились. Вот, на получается, на три кармана. Трехкарманная. Подсумок. И там на два отделения в каждом. Фрагментов очень много битых костей. Осталось там несколько ребер, да? Карандаш был, что ли? Фрагмент. Нет. Это вот солома, которая. Угу. Таким вот. Клипсой такой. Вот пуговицы были на немецких фитилях. Похожи на советские школьные пуговицы. Многие из вас были в школах и носили такие пиджаки с подобными пуговицами. Так, ребята сейчас засыпают яму. Мы сейчас вам покажем останки немецкого солдата. Какие личные вещи были, какие повреждения имел. Итак, боец при себе имел стальной шлем М-35. Далее личный опознавательный знак, называемый смертный жетон ЛОС. Так, ключик. Вот такая вот зажигалочка. Далее пуговицы кительные и со штанов. Вот можно видеть. Потом вот такая прокладка куда-то, непонятная для нас вообще. Далее подсумок к винтовке Маузер К-98 с БК полностью. Отсутствует правая конечность, у него нету правой берцовой кости полностью. Разбито бедро, имеет сколовые повреждения костных тканей. Можем наблюдать, что серединная часть костных тканей имеет серьезные сколы. Видимо, от попадания осколков. Также повреждение незначительное таза. Повреждение лучевой кости правой руки. На левой руке отсутствует кисть. Отсутствует голова. Остался только фрагмент нижней челюсти. И вот он. Далее имелась переноска к магазинам на пулемет МГ-34, на два магазина. И вот сам магазин. Покажем его свойства.
в принципе, он работал. Вот мы видим, внутри находится БК, боекомплект. Да, Вася, аккуратненько. Раз, подними. И вот мы видим, вот так вот находятся там боеприпасы. А сбоку имеется так называемая предохранительная шторка. С нажимом кнопки, да, с оттяжкой назад, для того, чтобы выводить пулеметную ленту на зарядку. И вот мы видим, даже видно, какие клейма на самих. Маузер S, да. Вот такой вот предмет. Это магазин на пулемет МГ-34 и 42. 37-й год. В общем-то, вот такой вот экспонат. В школу мы передадим. БК на уничтожение отдадим в МНС. А в школу вот такие предметы, в принципе, будут за радость. Ну все, засыпаем яму, ребят. И отправляемся на следующее поле, которое тоже убрали. Мы хотели там проверить. Это мы поле полностью прошли. И вот найдены останки. Мы можем видеть вот такие вот петлички. Ну, что у нас получается, офицер вермахта лежит. Так, продолжаем открытие данной коробочки и хотим показать вам, что же в ней там находится. У нас получилось 4 целых бойца и фрагменты еще одного. У него была кружечка с рисуночком тоже интересным. Также боец был, по всей видимости, православный. Имеется крестик. Это молотобоец, 1924 год. И колечко в кармане было. Если вы обнаружили останки погибших воинов или знаете захоронения, где могут находиться данные солдаты, просим обращаться к нам по номеру телефона, который указан на экране. Большое спасибо. С уважением, Плацдарм.